Ой-ой-ой. Ты что тут делаешь? Мой нос, Хуан-Цяо-Юй. У тебя кровь. Хуан-Цяо-Юй! Я прождал тебя здесь до полуночи. А ты даже не рассказал, что случилось. Так ты в тот день к врачу пошел? Да, его ударили. Ван! Нос мой, осмотри. Я не могу сниматься со сломанным носом, ладно. Если твой нос сломан, я съем свой фонарик. Чего хохочешь? Это все из-за тебя. Ладно, мне уже пора. Не трать мое время. Спасибо, доктор, мы пойдем. Погоди. Ван, осмотри ее руку. Руку покажи. Я ее уже обработала, все хорошо. Ну-ка сядь. Не придумывай лишнего. Я просто не хочу чувствовать вину. Где болит? Вот здесь. Я взгляну. Это немного серьезнее, чем его нос. Я помогу, потерпи. Хуан Цяоюй, ты не чувствуешь боли? Чувствую. Но как? Почему ты такая спокойная? Для тех, кто занимается боевыми искусствами, это пустяк. Юань Фан, ты давно должен был нанять такого хорошего телохранителя. Тогда бы тебя так не третировали. В этот раз Цяоюй тебя защитила. Все в порядке? Спасибо, доктор. Не за что. Юань Фан, если ей понадобится консультация врача, просто скажи мне. Не стоит ради этого пускать кровь из носу. Но я не собирался везти ее сюда. Случайно получилось. Понял? Это случайность. Люди вечно говорят одно, а делают другое. Но твои актерские способности просто ужасны. Ты что такое несешь? Ван Гянцай! Ты... Как ты смеешь? Зачем назвал мое полное имя? Отпусти! Цяоюй! Бое, я воды принесла. Я же не могу пить. Ветерок. И ветра не чувствую. Ты такая красивая сегодня. И волосы, и одежда прекрасны. Хуан Цяоюй, тебе от меня что-то нужно? Да как ты могла такое подумать? Научи меня сражаться. У твоей жажды знаний есть какая-то конкретная причина? Ничего такого. Просто хочу вернуться, так сказать, в седло. Похвальное желание. Но твоя квалификация? Ты можешь научить меня? Если не скажешь правду, не буду. Но я говорю тебе правду. Мы собираемся вместе мир спасать. Как я его спасу, если не умею драться? Что еще? Еще? Я получаю высокую зарплату, но машину водить не умею, и боец из меня никакой. Когда Юань Фани похитили, без твоей помощи я бы не смогла справиться с бандитом. Я ужасный телохранитель. Ха. Что значит «ха»? Девчонки вечно влюблялись в Фэйли, куда бы он ни пошел. Так научишь меня или нет? Обучение будет тяжелым. Интересно, выдержишь ли ты? Никаких проблем. Справлюсь, даже если будет тяжело.